Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кран. Стойте, стойте! Держи его! Держи кого? Держи его! Ой, муравейчик, это тебя надо держать? Нет, его! Спасибо за помощь! Все целы? Кажется, да. Молодцы, что остановили бревно. Это Лунтик остановил его. Спасибо, Лунтик, за помощь. А давайте я помогу бревно отнести. О, это замечательное предложение. А то мы уже второе бревно теряем. У нас муравьев не хватает. Все заняты на стройке. На плечо. На стройке? Подождите, подождите. А что вы строите? А можно посмотреть? Иди за нами. Поехали вперед! Поднимай! Поворачивай! Поворачивай! Ух ты! Осторожно! Принимай груз! Спасибо за помощь! Снять с плеча бревно! Я хочу строить с вами! Можно? Ну что ж, лишний помощник нам не помешает. Пойдем, найдем тебе работу! Хорошо! Клади бревно сюда! Это наш столярный цех. Вот вам помощник. Очень сильный. Дайте ему работу. Удачно поработать, Лунтик. Спасибо. Поднимай! Поехали вперед! Для начала дам работу полегче. О, подержи гвоздик. А я его забью. Хорошо. О, так я по гвоздю не попаду. Лучше держи бруски. Вот так. Готово. Поднимай! Поднимай! А можно дать мне задание посложнее? Аккуратно поворачивай! Ну, раз ты сильный, отнеси эти рамы. Уже несу. А куда несу? К тому крану. А, хорошо! Я рамы принес! Прекрасно! Вешай их на крюки! Молодец! Спасибо! Разворачивай кран! Поднимай на третий уровень! И раз! Еще раз! Давай, давай! Поднажми! Если вам трудно, давайте я помогу! Нет, нет! У нас каждый делает свое дело! Да и краном управлять не так-то просто! Так, привезли? Молодцы! Разгружаем! Объявляю обед! Всем отдыхать перед поднятием тяжести! Лунтик, давай с нами обедать! А я не устал! Я бы один с краном справился! И чего сложного в этом кране? Крутишь, поднимаешь? Поднять груз повыше! Ой, не туда вертится! Ай, ай! Ой-ой-ой! Ай-ой! Держите кран! Ты сейчас сломаешь кран! Останови его! Что-нибудь. Останови его! А как его остановить? А-а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 -
ты мог все сломать. Простите, вам было так тяжело, а я хотел помочь. Кран – это сложный механизм. Одной силой тут не обойдешься. Но этот кран мне так нравится. И раз, и я два. Я буду на него только смотреть и больше его и пальцем не раз, трону. И два. Я сейчас помогу. И раз, и два. Поднажали, подтащили. Стой, стой. Раз, два. Пожалуйста, разрешите мне помогать вам строить. Ну, ну что ж, нам нужно принести еще бревен. Справишься? Да. Лунтик, конечно, сильнее муравьев, но не все решается силой. Каждый может принести пользу, но только на своем месте.